Приветствую вас, дорогие друзья! Приглашаю подписаться на мой канал, где очень много видео о фитотерапии, растения, которые вы можете использовать для своего здоровья. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о необыкновенных свойствах акации. Акация бывает разного цвета, белая, желтая, красная. Все зависит от веществ, которые акация содержит, макро-микроэлементов. И цвет еще больше усиливает. Но самое главное то, что акация является женским растением при всех женских заболеваниях. Итак, послушайте мой опыт в использовании акации на протяжении многих-многих десятилетий. Поверьте мне, я помогла очень многим женщинам избавиться от болезней и неприятности, все, что касается женским здоровьем. Акацию можно использовать и как фиточай, столовая ложка на стакан кипятка. Можно использовать в настойках. Она хранится тогда до 5 лет, дорогие друзья. И первое, на что я хочу обратить снова внимание, что для всех женских болезней акация просто непревзойденный целитель. Также цветы акации используют при заболеваниях мочевого пузыря, если есть циститы, при заболеваниях почек, она хорошо выводит мочевую кислоту, соли, песочек, мелкие камушки. Используют при желудочно-кишечных заболеваниях, обращая внимание, если есть почечно-каменная, мочекаменная проблема со здоровьем и желчекаменная. Но это мягкое, деликатное средство, и я с нетерпением всегда ожидаю весны, когда идет время цветения акации. Используют при остеохондрозах, ревматизмах, все болезни суставов очень хорошо использовать акацию, потому что она выводит мочевую кислоту, пурины, и суставы меньше болят. Используют при простудных заболеваниях, кашель, бронхолегочные заболевания, грипп. Используют также при ранах. Дорогие друзья, если у вас нет возможности собрать в экологических чистых местах акацию, вы можете купить или выписать акациевый мед, и он также действует на ваш организм, восстанавливая ваше здоровье, если у вас нет, конечно, аллергии. Но особое внимание все-таки я по своему опыту практики хочу сказать, что самое лучшее – это акация, начиная от пубертатного периода девочки, девушки и до глубокой старости. Акация содержит эстрогены, это вертикаль всего женского здоровья. При гинекологических заболеваниях любой ипостаси акация действительно помогает. И самое главное, она снимает боли в период цикла, она помогает легче пережить предменопаузу, климакс, дорогие друзья. Обязательно ее пьем, если вы планируете деток. Это очень хорошо. Вот с самого раннего возраста девичьего и до глубокой старости пейте, пейте акацию, дорогие друзья. Желтая, красная акация еще обладает уникальным свойством. Желтая более активна в плане печени и желчегонного эффекта, а красная акация еще это сосуды, это сердечно-сосудистые проблемы. Ну, а белая акация, пожалуйста, на первом месте, самое-самое лучшее для женского здоровья, это белая акация. Будьте здоровы, я вам желаю крепкого здоровья. Подписывайтесь и просматривайте мои видео о растениях.